Друзья, а перед началом просмотра видео я попрошу вас подписаться на наш канал, и мы начинаем. В Ростове-на-Дону на 83-м году ушел из жизни советский и российский актер театра и кино Игорь Богодух. Игорь Богодух в 1960 году окончил Ростовский педагогический институт, а в 1964 году – Ростовское училище искусств. С 1964 года в труппе Ростовского академического театра драмы им. М. Горького. Играл в «Ревизоре», «Короле Лире», «Бешеных деньгах», «Белой гвардии», «Квартете» и многих других спектаклях. Игорь Богодух радовал своим талантом зрителей в Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле и Краснодаре, куда Ростовский театр часто ездил с гастролями. В 2018 году состоялся бенефис артистов спектакля «Женитьба» в честь 80-летия актера. В гости к нему приезжали актер и режиссер Всеволод Шиловский и народный артист России, актер театра и кино Аристарх Ливанов. Прощание с народным артистом РСФСР Игорем Богодухом состоится 21 марта. Друзья, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать наши новые выпуски, и на этом мы с вами прощаемся, всем пока!